Добрый день, с вами четвертое измерение. Представляем вашему вниманию модель из коллекции Carrera от швейцарского бренда Takoer. С испанского языка Carrera переводится как гонка и карьера. Самый элегантный хронограф для тех, кто недовольствуется малым. 44-мм хронограф с мануфактурным механизмом Hoyer 02. На собственной специализированной мануфактуре компания Takoer производит знаменитый калибр Hoyer 02. Мануфактурный – это полностью изготовленный в мастерских компании. Механизм испытывается в различных положениях, чтобы убедиться в его соответствии высокому уровню качества, установленному в швейцарской часовой индустрии. Калибр Hoyer 02 имеет запас хода до 80 часов. Через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла можно наблюдать ажурную ось завода черного цвета и черное колонное колесо. Детали механизма украшены узором «Женевские волны». Частота баланса 4 Гц и 33 камня в механизме. Рассмотрим саму модель. Хронограф стал более элегантным дизайном. Новый корпус из нержавеющей стали с укороченными ушками для лучшей эргономики и посадки на руку. Метки и стрелки стали тоньше и длиннее. На них появился, кроме люминофора, нанесенного вручную, черный лак. Керамический безель тоже стал более тонким. А синий циферблат получил отделку Azurage. Еще одной ключевой особенностью является надпись Hoyer 0280 AUS на циферблате. Выпуклое сапфировое стекло со скошенными гранями имеет двухсторонний антиблик. Браслет со звеньями H-образной формы имеет два вида отделки и раскладывающуюся застежку с кнопками. Водонепроницаемость 10 бар позволит плавать и нырять в часах. Модель Takoer Carrera Elegant Chronograph элегантная в деталях и совершенная в техническом плане, с изысканным дизайном. Спасибо за внимание. Под видео вы сможете найти ссылку на данную модель на нашем сайте. Переходите, оформляйте заказ с бесплатной доставкой и услугой примерки.